Всем привет, с вами Ростик Сиднищий, Могучие щеки на месте. Сегодня расскажу вам о лайфчейнже моем на BNB, как я на нем заработал, как это было, в общем-то, что из этого можно полезного сделать. Это был 2021 год, я тогда очень жестко потерял на фичах бабки, довольно солидную часть своего капитала, за пару дней буквально. И это было тильтово. Я, в общем-то, начал искать моменты, где бы я мог заработать. Да, пока я ем эту черешню, поставьте лайк. Пожалуйста, выше мало лайков. Промазал. Так вот, когда потерял бабки, нужно было где-то их найти. И не было как будто... Знаете, вот идейно, то есть смотрите, тогда уже эфир стоил 1200 баксов, биток уже стоил 20-ку, а BNB стоил там 21 доллар, а вырос до 30 долларов, то есть как бы, ну, не сильно вырос. И у меня первая идея, ну, то, что BNB не вырос, как бы, по факту, да, но на неуверенном таком. И у меня было много друзей, которые были дольше меня в крипте, у которых было больше денег, которые лучше понимали вообще все вот эти темочки. Я у них посоветовался, вот так вот я профигачился на фьючах, как думаете, что сделать? Они сказали: Ростик, не будь дураком, инвестируй все деньги в BNB. Я такой: это весьма интересно. Вот такая вот идея. Я думаю, ну, какие еще мне могут прийти идеи? Никаких, по сути, мне не могло тогда прийти идей. Я выбираю на фул котлету купить BNB. Прям на фул. То есть, чтобы вы понимали, у меня точно день рождения, я просил родителей дарить мне деньги, чтобы я... Деньги... Я помню, мне это подарили, по-моему, 1005. Я на них купил BNB. И это так приятно было, когда он потом давал рост этих денег. Это было прям очень приятно. Вот так вот я... А, теперь вот я купил BNB... Я участвовал в лаунчпулах всяких, это было смешно. Я помню, самый первый лаунчпул, где я участвовал, или лаунчпад, я не помню, это Белл. Белл еще вырос очень жестко, потом что? Фламинго. Вот я особенно помню лаунчпул Фламинго, потому что я тогда его нафармил, не так уж, чтобы много, но я его продал, ну, прям на вот самой верхней свечке, по 20 центов, вы можете сейчас посмотреть. О чем Фламинго, он там, по-моему, долю вообще, там, он меньше 1 цента стоит, доли какие-то, а я его продал по 20 центов, соответственно, заработал неплохие такие деньги. Я помню, что я с них, по-моему, подарок маме купил телефон и себе какую-то вывел небольшую часть. Так, идем дальше. Вот так вот я BNB, знаете, сидел чисто и фармил вот эти лаунчпулы, лаунчпады. И еще помню, я спрашивал, а у меня BNB пропадут, если я лаунчпул закину? И на меня, ну, прикинь, пропадут ли мои BNB, если я попаду в лаунчпул их закину? А я так спрашиваю, не, ну реально, я как бы на серьезе так спрашивал. И потом легендарный лаунчпад выходит, SafePal. Не знаю, кто помнит, нет, можно было регистрироваться в приложении SafePal и нафармить там по 140 токенов с одного аккаунта. Можно было этих аккаунтов сделать условно сотку и заработать сколько? По 400 долларов с каждого аккаунта с нулевыми вложениями. Но мы сейчас не об этом. Мы не будем разжигать фомы. Но как идея тоже интересная. Меня знакомые обузили прям днями. Киназис, а я нет. И выходит SafePal, и BNB тогда очень жестко помпанулся. Он стоил 60 баксов, а буквально вот пару дней проходит, он стоит 120 уже. Потому что там какую-то новую шнягу ввели. И BNB очень сильно вырос. И я так посмотрел, что у меня уже баланс-то больше миллиона на кошельке. И там я часть начал фиксировать, вот как-то так. Такие моментики были. Расскажите о ваших лайфчейнджах в крипте, на чем вы заработали, куда потратили. Самый прикол, что я помню, что я продаю вот эти все BNB, продаю XM, и у меня, ну там чуть добавить, и хватает на недвижимость, да? И еще у меня остается депозит в криптовалюте. То есть как-то так вот все прошло. Я еще расскажу о том, как я на фьючах погорел немножко. А вы расскажите, ну, где вы заработали в крипте? Как давно это было, на чем?
Нормально, что у меня наушники огромные? Бомбразировано, да? Черешня, бомба, честно говоря. Ладно, заходите в мой телеграм-канал, я там показываю, что сейчас делаю в крипте. Между прочим, на мне какие-то 500 баксов заработал только с дропа. Ладно, все, вы сами зайдите, все увидите. Я там хватаюсь еще фотками, как я там черешню фоткаю, доу. Трючок, офигенный вот этот. И послушаем.